27 января 2023 года. 407 автобус. Билеты купили заранее за 580 бат. Едем в Лаос. Ехать будем, папик, 12 часов. Вот такой двухэтажный автобус. У нас не VIP, у нас обычные места. Вот это вот касса, в которой мы купили билеты. Вот. Вот. Нас приглашают. Ну, в общем, оказался не этот автобус, другой автобус. Ну, такой же. В общем, тут автобусы один за другим, куда кто едет, но у нас посадили. Все за номером 407. Да. Но пойдем присаживаться на наши места. 8:27. Отправление у нас... Чего 8:27? Это у них 8. 18:27. Это они циферку не дописали. У нас отправление 18:40. Ну, вот сейчас такой вообще, вот салончик. Вообще, Туся, сейчас вообще 18:47. Это у них неправильные часы. Ну, 18:47. Так, вы за 2 минут будете меня тут. Да. Ну, тут есть... пледики. Что еще у нас есть? Сиденья откидываются. Да. Ну, едем. На втором этаже, между прочим. VIP на первом. Ну, рядом с туалетом. Или VIP рядом с туалетом. Или второй этаж. Без туалета. Ну, слушай, нормально. Присаживайся. Поехали. Так, вот эти ножки поднимаются. Подними ножки. Сейчас, минуту. Ножки поднимаются. А вот так. Спинка. А вот так. Да, спинка откидывается. Ну вот, откинь спиночку. Ой, блин, какую? Свою. Вот эту, да. Сейчас, секунду. Вот, вот такое положение. Вот. Сейчас, а ты, как всегда, на связи. Не может без связи. Сломал кресло. Нет, все. Мамка, короче, тут все разложила. Вот, я уже приготовилась ко сну. Буду спать. Поедем. 13 часов? Да, 13 часов. Пледы выдали. Вот. Остановились на какой-то автобусной станции. Час ночи где-то, да? Да, папик? Да, час ночи. Час ночи. Сказали, дали каких-то 2 талончика. Это что, 25? На 25 мы будем есть? Не знаю. В общем, сказали, идите куда-то, ешьте, вроде как. Ну, пойдем? Ну, в общем, короче, вот там вот всевозможная еда. Мы тут полусонные. Рис с чем-то там, с яйцом еще, с каким-то, то ли мясом, то ли еще. Супчик какой-то. Ну, там написаны цены. Ну, мы взяли сэндвич, сок и рис. Ну, с какими-то палочками, с мясными вроде. Ну, там едят цены. А нам дали 2 талончика на скидку по 25 бат. Ну, как-то вот так вот. Мы доплатили 32 бата. 32 бата, да. Потому что всего стоило это 82 бата. Да, всего 82 бата. Вот здесь такие вот, я не знаю, как это, столики, наверное, с коронавирусом. Да, да, да. Да, подожди, с коронавирусом. Вот, папик коронавирусный. Сейчас я отойду от этих вот столиков коронавирусных. Ну, как-то вот так вот. Стулья прикрученные насмерть, конечно, не отваливаются. Что, ты будешь есть? Да. Он будет сейчас ночи есть. Ну, все едят. Все как-то побежали быстро. Всем нравится здесь, вкусно. Да, магазин, между прочим, есть какой-то. Тебе нужен магазин? Это какая-то автобусная станция. Угу. Билеты продают. Сегодня утро, 28 января 2023 года. Подъезжаем к приграничному городу Нонтхай.
Время 7 часов 25 минут. Скоро приедем и пойдем через границу. Автобус будем искать? Да, поищем так. Автобус, переедем через Меконг, перейдем в Лаосскую таможню и поедем в город Вьентьян на автостанцию. Как тебе впечатление от ночного переезда на этом автобусе? Хороший автобус, удобные сиденья, хорошо откидываются, мягко едет, дорога хорошая, сильно не трясло, едет по расписанию. Все хорошо? Да, все хорошо, нет проблем. Это у нас эконом, это у нас не бизнес. Да, это эконом, 580 бас человека. То есть, по большому счету, мы ожидали худшего. Здесь все получше, все получше. Так, нашли кассу, чтобы купить билет назад, до Паттайи. Но это автостанция, вот на которую нас привезли. Так, тут какие-то эти. Так, пойдем купим билетик. Ой, блин, какая-то пересеченная местность. Так, купили два билета, цена та же. 580 бат, стандарт. Поедем в 17:45 сегодня. Паспорт просит. Достаточно фото на телефоне. Сейчас вам выпишут красивые билетики. Так, покупаем билеты до Вьентьяна. На 7:30 мы опоздали. Следующий у нас в 10 часов. Вот. Сколько у нас? 55 бат стоит, да? Угу. Тут непонятно, что у нас написано. Так, и стенографируй тоже вот это вывести. Вот здесь столик, можно покушать. Вот здесь вот, вот здесь зеркальце. Вот здесь вот расчесочка. Да, покажи. Будешь пробовать? Ой, попробуй. Что-то больно чистое. Вот так. Можно причесаться. Причесываются грязно. Да, да, да. В общем, на автобусной станции. Пойдем искать еду. Бас-терминал. Вот с которого мы поедем в Лаос. В 10 часов. А пока мы ищем 7-Eleven. Но это еще тайская сторона. Что будет в Лаосе, не знаю. Это город Нонгхай. Нонгхай. Да, ты выучил его название. А здесь тоже. Так, купили пельмешек. Решили перекусить. Вкусно? Угу. Креветками вкусно. Вот. Вот. Вот такие вот упаковочки. Это с креветками. Да, это с креветками, а это с каким-то мясом, с японским соусом. Мы тоже с мясом взяли. Да, но вы тоже самое взяли, господи. Съедобно. Да. Мы их едим регулярно. Ну, не регулярно. Ну, когда же есть регулярно жрать-то, когда дома есть все. Это касса, в которой мы купили билеты, а к ней приехал автобус, на котором мы поедем через мост дружбы в Лаос. Ну вот уже поедем. Все. Едем на погранпереход тайский пока. Не знаю, сколько еще ехать, но вот куда-то двигаемся. Едем уже 20 минут. 20 минут. Скорее всего, приехали мы на погранпереход с тайской стороны. Вот тайский флаг висит. Народ зашевелился в автобусе. Думаю, что приехали. Поехали через мост дружбы. Там храм.
храмчик какой-то красивый. Это еще тайская сторона. Река Меконг. Да, вон какая там река так широкая, хорошая. Да, где-то полкилометра здесь ширина, наверное. Ну вот уже приехали на лаосскую сторону. А говорят, не пускали пешком. Вон пешком люди идут. Пошли лаосские флаги, значит, мы на лаосской стороне. Пешком идут люди. Ну, сказали, не пускают, но вижу, идут. Не знаю, значит, пускают. Вот так интересно можно перемещаться из одного государства в другое. Да. В Юго-Восточной Азии. Равни держи. О! Добро пожаловать. Вот сейчас будет вывеска. Welcome to Lao. Прошли лаосскую границу. Поехали в столицу. Вьентьян. Да. Едем. Едем в столицу, на автостанцию. Клаус? Да.